Чтобы вы прокомментировали по вопросам по коммунальной собственности. Сегодня вот действительно нам так и осталось немножко неясно, что будет с садом на Сигетской, что будет с больницей, которая в ту диспансер, какой будет там профиль, может быть, этой территории, или как-то это в дальнейшем будет решаться? Что касается детских садов, позиция и наше видение не поменялись. Детские сады будут детскими садами. Они будут восстанавливаться, все детские сады будут расширять. Что касается Посигетской, по конкретному вопросу, было предложение, закон нам позволяет. Если ранее закон запрещал делать детские сады на первых этажах строящихся зданий. Но иногда это достаточно эффективно раньше делалось, потому что можно было большую сеть не строить, сад на 250 деток, на 120. Где-то вот двухгрупповой, трехгрупповой сад делать на первых этажах многоэтажных домов. Закон запрещал, сейчас закон позволяет. Было предложение о том, чтобы построить там дом, одно из предложений. Потому что жильцы жаловались, что там этот бомжатник и так далее, денег не было, сейчас мы делаем, вы видите, что все сразу невозможно сделать. Построив дом на первых этажах, организовать там сад за внебюджетные средства и передать его в коммунальную собственность города. В принципе, такое предложение рассматривали и думали, что действительно достаточно интересное для нас, для того, чтобы получить детский сад, детское учреждение за внебюджетные средства. Поскольку у нас не было контакта, не было одобрения, мы не прошли такие согласования с жителями ближайших домов, поэтому этот вопрос мы сняли. Нам говорили, что депутаты проведут опрос и придут, скажут, посоветовавшись с громадой, да или нет. Такого не было, поэтому вопрос этот сняли. Что касается туберкулезной больницы и вообще вот этого направления медицинского. Я думаю, что сегодня Одесса подошла вот как раз к принятию данного решения. И не только по данному объекту, который мы сегодня рассматриваем. Дело в том, что там десятилетиями находились эти учреждения медицинские. Медицинские учреждения, вы знаете, что сложные и опасные. Поэтому, проводя реформу медицинскую, у нас закрыли туберкулезные больницы, те, которые были, перевели их в Белгород-Днестровск. Хотя Одесса – город с такой сложной ситуацией в данном направлении. Осталась территория. Для того, чтобы что-либо делать на этой территории, понимаете, когда там нужно снимать по требованиям экологов, Министерства здравоохранения, снимать слой там порядка 3-4, не знаю, это меня поправят сейчас наши строители, 4 метров снимать слой земли, который нужно утилизировать, вывозить, или что-либо там делать. То есть открытие там какого-либо детского учреждения, не знаю, оздоровительного комплекса просто невозможно. Поэтому, естественно, для нас мы ищем сегодня, как можно реализовать данный участок для того, чтобы там или построить что-то. Но для того, чтобы мы по той рыночной цене наполнили бюджет, либо продали, либо сдали в аренду, вот эти вопросы мы сейчас и готовим. Но я считаю, что это вопросы крайне важные для Одессы, в том числе и сегодня по тому учреждению медицинского данного направления, которое находится сегодня в областной собственности. Я считаю, что то количество носителей, которые приезжают в Одессу, ходят в Одессе, а иногда с открытой формой туберкулеза, это действительно сегодня угроза и опасность. Поэтому нам необходимо данные учреждения делать их закрытыми, выносить за черту города, для того, чтобы оказывать квалифицированную помощь данным больным, и как-то все-таки контролировать их контролировать.